Сергеевич Громыко принял известного американского сенатора, члена комиссии по иностранным делам Сената США Джозефа Байдена, находящегося в Москве по приглашению Верховного Совета СССР. Беседа была посвящена в основном предстоящей ратификации Советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас главная задача, сказал товарищ Громыко, ратифицировать подписанный договор. Советское руководство исходит из того, что и американская сторона...